Ну, как вы могли понять из моих сториз, мы находимся на острове Нусы-Пенида. Сегодня я вам расскажу, как туда добраться и что здесь хорошего посмотреть. Изначально мы ехали на трип на неделю, потому что мы хотели побывать не только на Нусы-Пениде, но еще на Нусы-Лямбанган и Нуса... Как я называю этот остров? Ченнингтатум. Есть несколько способов добраться до Нусы-Пениды. Самый дешевый – это из порта Паданг-Бэй. Ходят паромы, на котором можно передвигаться как с байком, так и без байка. Так как нам удобно было на своем байке ездить, вот, мы выбрали этот вариант. Стоимость билетов там 31 тысяча рупий с человека и 50 рупий за байк. Паром отправляется где-то в 2 часа, но лучше приезжать пораньше. Мы приехали в час дня, и уже достаточно большая очередь была. Мы были одними из последних, кто загрузился и успел. И отплыли где-то в 13:45. Сам паром идет где-то часа полтора, ну плюс полчаса на то, чтобы причалить. Вот, для того, чтобы проехать с байком, нужны оригинальные документы на байк и права, лицензия международная, где есть штамп о том, что вы водите байк. Если у вас нет этих вещей, то тогда придется давать взятку. Они, конечно, просят много, просят там в районе 200 рупий, иногда и больше, но торгуйтесь, в принципе, говорите, что у вас больше нет денег, и мы в этот раз заплатили 40 рупий, потому что у нас не было оригинальных документов, а мы что-то не посмотрели, как обычно, и поехали так. Давайте расскажу, что интересного есть на Нусы-Пениде, что стоит здесь посмотреть и ради чего ехать. Первое место, куда мы поехали, это был Брокен-Бич. Очень красивое место с природной такой аркой из камней, очень классной бирюзовой водой. Этот пляж, он не купабельный, но в плане фотографий, видов он очень красивый. В этом же месте находится достаточно знаменитое место. Это природный бассейн, который выходит в океан с очень-очень лазурной, прозрачной водой. Называется он Angels Billabong. В это место стоит посетить, но туда лучше ехать не на закате, а туда лучше ехать часам к 4, когда еще яркое солнце, тогда вода очень-очень красивого цвета. Мы очень хотели в ней искупаться, но, к сожалению, не попали, потому что были очень сильные волны, и из этого бассейна прям выносило этой волной обратно. Я вставлю кусочек видео, посмотрите. Следующее место – это знаменитый пляж Келлинг Кинг Бич. Все, наверное, видели эти фотографии в Инстаграме. Скала вытянутая, замечательный пляж с белым песком, лазурной водой, и вид на него, конечно, совершенно потрясающий. Это место стоит посетить. Мы были здесь в прошлый раз, поэтому в этот раз мы не стали заезжать. Для самых отважных вы можете спуститься вниз на пляж, но для этого вам придется преодолеть очень-очень тяжелый спуск, где иногда прям вертикальный спуск по ступенечкам. Ну и сами понимаете, подъем там будет очень-очень тяжелый. Сегодня мы решили целый день провести на пляже. Здесь есть очень красивый пляж Атух, Атух Бич. Он достаточно безлюдный. Народ там начинает притекать где-то к часам к 12. До этого, в принципе, не очень много народу. Единственное, что есть две дороги. Есть хорошая дорога, но плохой спуск, по которой мы сегодня ехали. Когда мы спускались по этому спуску, он достаточно короткий, очень большие ступени, неудобно спускаться, но фишка была в другом. Когда мы шли, мы поняли, что там куча обезьян в этом лесу. Когда мы спускались, одна из них попыталась на нас напасть. Причем она была вот такого размера, она была огромная, она шипела. Блин, я так, наверное, не бегала быстро очень давно. Это было страшно. Второй спуск, он намного длиннее, но более удобный, наверное, в этом плане. Но дорога там хуже, говорят. Мы не подъезжали, поэтому не могу вам сказать. Вот, там достаточно небольшой пляж, красивое место с красивой водой, каменистый берег, правда, и с утра был отлив, поэтому купаться было практически невозможно. Ну и последнее место, которое мы посетили,
Это вот это место. Называется Телебайбс. В честь того, где снимали телепузиков. Все, наверное, смотрели этот мультик в детстве, мне кажется. Это холмы, которые вот такими вот кругляшками. Они очень такие эпичные, на самом деле, очень красивые. В общем-то, это место, где стоит побывать. Минусы Нусапенины – это, наверное, местами плохие дороги, особенно к Брокен-Бич. Километр 3 – очень-очень разбитая дорога с колдобинами. И оно относительно сложное. Если вы не очень хорошо водите байк, у вас плохие тормоза, то лучше не ездить в таком случае, либо брать с собой опытного водителя. Вот, дальше мы отправляемся на Нусалимбанган. Это будет завтра. И я расскажу уже более подробнее про Нусалимбанган. От него я жду большего, чем от Нусапениды. Так что присоединяйтесь. Посмотрим все вместе.